есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Родина моя.
Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». И я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях вокальный ансамбль, хорус-квартет из города Пермь. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно находиться в вашей студии. Действительно, ансамбль солистов хорус-квартет Пермская краевая филармония. В составе бас Эдуард Морозов, баритон Максим Ануфриев, первый тенор Максим Лаптев и второй тенор, ваш покорный слуга, Александр Рогожкин. Хорошее у нас начало получилось. Была песня о России. Да. Это понятно, что нас всех это волнует, всех тревожит. Вообще, песни о России, они какие-то все теплые. И сердце так отзывается. И в вашем исполнении это, значит, так звучит все слаженно. Скажите, пожалуйста, а сколько вы уже вместе? Вот как возник ваш коллектив? И как вы оказались в этом городе, в этом краю, в этом родились? И хочется вот немножко узнать вашу историю. Ну, вот хорус-квартет существует с 99 года. Это уже достаточно долго. И вы знаете, в вашем городе мы впервые появились в 2001 году, фестиваль «Барбершоп Гармония». Это проводили американцы. Есть такой стиль вокальных квартетов, именно вот это капельное пение «Барбершоп». В Америке очень сильно развито. И вот они сюда привезли при поддержке Министерства тогда культуры и Джорджа Сороса внедрять свою культуру на русскую землю. Я сразу хочу сказать, что мы не сильны вообще в английском языке, во-первых, во-вторых, петь так, как они это делают, мы все равно никогда не будем, поэтому я себе сразу задачу поставил. Мы на деньги Сороса будем проповедовать и сеять наши русские зерна. И я стал делать и в стиле барбершоп аранжировки на русском материале. Например, Козина, «Осенняя танго», где особенности стиля, там, где мелодии поет не верхний тенор, как обычно в расположении в русской духовной там музыке, ну, чаще всего верхний голос поет мелодию, а здесь мелодию поет у них всегда второй, а остальные голоса как бы создают такую гармонию, обрамляя мелодию. Вот и я, собственно, используя этот стиль, вот этот барбершоп, мы начали делать наши русские песни, «Калинка» и так далее. Это очень список очень большой. И всегда Грегори Лайн, директор фестиваля, всегда удивлялся, как это так, почему мы не поем американские песни. Но придраться было абсолютно не к чему. Мы соблюдали все каноны стиля барбершоп гармония. Вот ну, так. Чтобы заняли что-нибудь? Ну, там, собственно, не было такой задачи. У них задача – это пропаганда своего искусства, стиля барбершоп. Мы пели иногда там одну-две песни на английском языке, а в основном пели свою классику. И так были мы 6 раз. Ну, и еще этот фестиваль, польза какая была? Он собирал русские коллективы. И у нас была возможность за деньги, опять же, Сороса познакомиться с другими коллективами, потому что мы варимся все в своем собственном соку, живя в своем регионе, и никого не знаем, не слышим, не видим. Тем более это было 15 лет, интернет еще только-только набирал силу. Теперь эти возможности уже расширены, конечно. Вот так вот постепенно нас здесь уже в городе помнят, надеюсь, знают. Потом мы были здесь на конкурсе «Поющий мир» 2010 год. Ну и вот Господь сподобил, мы с вами познакомились в Перми, теперь мы у вас в гостях. Я напомню просто телезрителям, что у меня был в гостях диакон, а ныне уже протодиакон, Николай Червон. Из Перми, да. Мы с ним познакомились тоже на просторах интернета. Меня заинтересовала его музыка, и вообще как личность. Вот. И я пригласил его, в общем, списались мы, и он приехал. И тут же мы на передаче, чем хороша передача тоже, такая творческая, что Пермь-то для меня непростой город. У меня
родственники в Соликамске, рядом с Перми. Ну, с Перми. Я никогда их в жизни не видел. У меня отец там родился. Угу. Вот. И тогда зародилась эта идея была съездить мне туда с концертом. В те края? А? На историческую родину, да. Там меня ждало множество родственников, которых я никогда в жизни не видел в Соликамске. Для меня это было такое потрясение. Я, знаете, сравнил это, когда, знаете, как картина из пазла. Знаете, ставят картину, и вот пазла не хватает, и все разваливается, неполная картина. Иной раз даже не понимаешь. А тут этот пазл как раз был поставлен на место, я увидел родственников, и все стало на свои места, и как-то... Тепло там встречали очень люди, и, в общем, необычные у меня такие хорошие, очень теплые впечатления. Приехал сюда при поднятом таком настроении. И оказалось, что вы едете сюда, вот, и у меня не переминуло вас пригласить, потому что вы выступали в соборе в Кронштадте, да? Да, было такое дело. И Дом офицеров, кажется, да? Тоже Кронштадта для военных. Да. Программа. То есть у вас получается, что у вас... Вместе как раз с Николаем Червоном, с которым мы часто в Перми встречаемся на площадках разных, и в том числе колокольные звоны в Усолье, это недалеко от Соликамска, ежегодный фестиваль такой вот православный, Строгановский, там бывший монастырь, сейчас он восстанавливается уже не бывший, слава Богу. Я надеюсь, что у меня вот в связи с этим наладятся вот взаимоотношения и связи. Мы будем друг к другу ездить. Ездить в гости. Это здорово. Вот. И я написал стихотворение же, вот, когда подъезжая, я хотел поделиться бы стихотворением, когда подъезжал к Перми. Родные пермские края, настало время повидаться. Я видел в жизни много станций, но эта станция моя. Отсюда на войну отец ушел сражаться за победу. Здесь жили бабушка и дед. К родным, на родину я еду. Мелькают за окном леса, и отчего я сам не знаю, стекает по щеке слеза, далеких, близких вспоминаю. Я помню в детстве под баян мы песни благостные пели, и за столом большим сидели, желая здравия друзьям. А нынче сам я уж седой, но песни петь люблю, как прежде, о жизни, вере и надежде. Душа осталась молодой. В окне весенняя метель, и поезд все быстрее мчится. Я жду хороших новостей. Все, что задумано, случится. Такое стихотворение у меня появилось. Здорово. И обратно ехал, стихотворение у меня появилось. Но я потом, наверное, попозже. Ну вот так и... будете ездить к нам, и сборник выйдет уже постепенно. Пермский дорожный сборник. Да. А про метель хорошо замечено. Как раз ведь метель была. Да, была метель. Мы подъезжали к Вологде, и нас занесло, можно сказать, снегом. Все было занесено снегом. Хотя уже в этом году такая поздняя была весна. Ну, давайте еще что-нибудь споем. Следующая песня. Следующая песня – это Александр Бородин. «Слава Кириллу и Мефодию». Мы ее исполняем ежегодно на днях славянской письменности и культуры у себя в Перми. Угу. У нас есть большая программа вообще песни славянского братства. Ну что, споем? Давайте. Споем. Слава Кириллу, слава Мефодию, слава!
спасибо. Было... Это очень приподнятое настроение таких песен. Вот, и вы говорите, что у вас целый цикл, да, есть таких вот славянских песен? Да, программа, не цикл, это вообще программа. Вообще у вас такое настроение, да, такое вот патриотическое? Ну, патриотическое очень настроение. Вообще мы являемся лауреатами патриотической песни имени Алексея Фатьянова в городе Вязники. В 2007 году получили первую премию. Очень много поем патриотического материала. У нас программы «Песни и гимны. Русская воинская слава» состоит из трех частей. Это посвящение Бородино, 200-летию Бородино было, потом 400-летию дома Романовых, и юбилей был 100 лет, Первая мировая война и русско-японская, 110. Большие такие вот программы военные. Дружим с казачеством. Много казачьего репертуара. В 2008 году стали лауреатами казачьей песни. Казачий круг в Кирове. Ездим по всей стране. То есть вы это как бы народный коллектив. Это народный, вам вообще не присвоено, но вы, по сути, народные. Да? Вы постоянно живо реагируете на разные события. Да? Ну да. А взаимодействуете и с православной церковью в том числе, да? В том числе, кто-то, конечно, наверное, поет из вас в храмах, да, поет? Конечно. Вот у Максима Ануфриева папа-священник. Он написал вот как раз специально для нашего коллектива стихи Чердыни Великой, вокальный цикл для квартета, сопрано, чтецов. И сам папа там тоже читает стихи, Анатолий Жохов, и мама Максима читают стихи. Мама регент в храме, где Максим, собственно, и поет. Максим регулярно у нас на Белой горе подвязается петь в монастыре. Вот, кстати, я надеюсь, что мы сегодня исполним один из номеров этого вокального цикла «Стихи Чердыни Великой», которые папа написал еще очень давно-давно. Эта история очень давняя, больше 25 лет назад он ездил на север Пермского края, в Чердынь, и записывал там, ходил по деревням, они ездили, они записывали, как там бабушки пили стихи, старообрядческие стихи, и они сами сочиняли музыку, это такое народное творчество. Ну и он сделал как профессиональный композитор, он закончил институт имени Гнесиных, класс композиции. То есть это его бывшая профессия. Собственно, он и сейчас, я надеюсь, еще что-нибудь нам напишет, обещал. И мы исполним с удовольствием. Вот такая вот история. Ну, послушать можно, да, будет? Мы сейчас послушаем. Сейчас мы исполним сначала песню пермского тоже композитора Геннадия Лукиных, который постоянно пишет для нашего квартета очень много-много разных интересных программ, произведений. Спасибо ему. Это величальная песня, тоже патриотическая песня. Ну, давайте послушаем. Слава Верхи Ева спевает.
Спасибо большое. Очень бодрая музыка. Вообще, мне кажется, что сейчас такой музыки не хватает нам. И хочется такую музыку даже петь и как-то участвовать даже. Я помню такое последнее ощущение только в армии, наверное, испытывал. Вот, когда все вместе поют, мужчины, как-то бодро, хочется идти кого-то побеждать. Там, ну, какое-то боевое настроение появляется. Вот, спасибо вам за ваш такой боевой настрой. Вот хорошо, что у нас... да, кстати, когда приехал в Пермь, значит, мне сразу, значит, сказали, что это центр России. Отец Анатолий, вы приехали с окраины, с западной окраины, вы приехали в центр России. Это так, действительно, в отношении культуры, там, что-то еще, что, как вы ощущаете там себя? Ну, мы-то ощущаем себя как дома, естественно, очень комфортно. Слава Богу, нас там поддерживают и филармония, и министр культуры. Мы очень много ездим по области и в другие города и страны. Вот в прошлом году мы были в Крыму и пели там вот цикл «Стихи Чердыни Великой» в храмах Севастополя, Владимирский собор в Севастополе. А в Симферополе это собор Александра Невского, да? Вот там это исполняли. И, конечно, очень запомнилось в Севастополе выступление. Под нами, буквально в Нижнем храме, находилась усыпальница адмиралов, четырех адмиралов русских, героев наших. И там, конечно, был дух такой особый. И запомнилась очень старушка богомольная, которая стояла и слушала цикл, полтора часа идет. И она стояла как вкопанная и ни разу не согнулась. И смотрела она с таким удивленным взглядом, потом подходила, благодарила очень долго. Так ваше искусство действует. Да, конечно. Вот это очень приятно. Вы это чувствуете, да? Так это чувствуется, когда идет энергетика обратно. Да. И ты думаешь, что ты не зря потратил это. А мы на этот цикл потратили больше 3 месяцев на подготовку. Это очень сложная вокальная музыка. Угу. А вот я смотрю, у вас диск есть. Да, вот, кстати, у нас как раз вот есть этот диск. Он вышел совсем недавно, буквально пару... А где у вас там? В декабре. Мы записывали у отца Игоря в храме Георгия Победоносца. Там это у нас все это записано. Это все тоже очень долгий труд, не сразу, потому что всего 15 номеров вокальных. Ну, нам есть чем гордиться. Наше главное достижение. Копилочку вашу, да? Да. Ну, с этим произведением на самом деле есть еще история. Мы ездили в Казахстан и пели в католическом храме. Вот это. Ну, фрагменты, да, этой программы. Но и после исполнения нами этой программы нам подошел католический священник и попросил слова этих песен. Слова, духовные вот эти стихи, чтобы мы ему прислали через интернет, что мы и сделали, да, отправили. Угу. То есть даже вот католическое духовенство это тронуло. Оценили они. Ну да, хорошо. Тем временем, так быстро время летит, мы не успели даже ни о чем, ну, так основательно поговорить, как уже закончилась первая передача. Ну, встретимся во второй. Да, я надеюсь, мы там исполним хотя бы один номер. Да. И, ну, да. Из этого цикла. А диск где можно ваш приобрести? Вот как он? Ну вот диски, к сожалению, они все с нами. Всегда на концертах только можно их приобрести. Интернет. Ну, сейчас интернет. Мы выложили в интернет, если кто-то хочет приобрести, теперь да. Да, у нас есть своя группа ВКонтакте. Стихи Чердыни Великой, да? Стихи Чердыни Великой. Это север Пермского края. Чердынь больше 500 лет уже города. Точно сейчас уже не помню. Там, кстати, был дядя первого русского царя рода Романовых. Сидел он там в Ганиной яме, недалеко от Чердыни, это поселок Ныроб. Год он там сидел в кандалах, и теперь в Чердынском музее краеведческом эти кандалы, хранятся, там цепи, просто это невероятно. 50 кг все это весит, и он год в этом сидел. И все просто мученик. Дают и возможность примерить на себя эти кандалы, каково ему было в этой яме.
сидеть. Михаил Романов. Михаил Романов. Да, брат дяди первого царя. Ну вот, ну, первая наша передача подошла к концу. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо большое, да, что вообще приехали к нам. Вот. И уровень показали, и музыкальность. Я думаю, что и питерским, ну не только питерским, везде. Вот для примера, можно примером послужить ваше пение. За то, что вы держите высокую эту марку, вот, нашего русского песнопения и патриотизма. Дорогие мои, с вами была передача «Лаврские встречи». Я ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях были солисты квартета. Хорус-квартет. Хорус-квартета из города Пермь. Божья всем помощь, ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. До свидания. До свидания. До свидания.